Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, друзья! Сегодняшний выпуск будет также дублироваться на канале «Казахстан сегодня» и на канале «Наш боец.кз». Я хочу, чтобы о том, что произошло минувшей ночью, а точнее 10 июня 2019 года, я хочу, чтобы побольше людей об этом узнало, и подписчики моего канала «Наш боец.кз», и, конечно же, подписчики канала «Казахстан сегодня». Друзья, со мной в студии мой коллега, друг и, как оказалось, еще и родственник Серик Ноян. Это у нас журналист, друзья, и политический деятель, да, общественный деятель, окей. Серик, приветствую тебя в нашей студии. Вчера примерно в 23:30 ко мне поступила информация о том, что группа молодых людей идет строем ровным, неровным, не знаю, в сопровождении автомобилей по улице Тулеби, вот от космонавтов и в сторону Аксая. И также вчера и на Фейсбуке, и в WhatsApp-мессенджерах, да, допустим, в разного рода мессенджерах было очень много видеороликов о том, что-то происходит. Идет молодая, допустим, группа людей, молодых людей, да. Это уже друзья, не... Так скажем, не приверженцы Аблязова. Тут были действительно молодые люди, были и спортсмены тоже, как ты мне и говорил. Да. Что все-таки интересная вот такая ситуация, взрывоопасная, по большому счету, сложилась. Друзья, я хочу, вот, Серик, небольшое вступление того, что происходит. Если, допустим, мы отстранимся от всей этой ситуации и посмотрим на нее так вот со стороны, то мы можем увидеть то, что есть какая-то все-таки тенденция. Если раньше, допустим, были это бабушки, дедушки, т.д. и т.п., приверженцы ДВК и Аблязова, то сейчас, вчера, по крайней мере, часто. Мы увидели молодых людей, которые уже готовы вступить в физический контакт, допустим, подраться, по крайней мере, с органами, правоохранительными органами, теми, кто, допустим, им запрещает митинговать, либо выражать свое мнение. По крайней мере, это так выглядит. Ситуация, на мой взгляд, очень такая неординарная. Такое у нас было в 86-м году, по большому счету. Отголосок, так скажем, не прямо один в один, но все-таки это напоминает. Я знаю, что ты вчера был в эпицентре всех этих событий. Я так понимаю, что ты был возле кинотеатра Целинный, да? Масанчи, Калинина, да, если не ошибаюсь? Кабанбай-Батыра. Кабанбай-Батыра. Серик, скажи, пожалуйста, вот с самого начала, той информации, которой обладаешь ты, что произошло? Я так понимаю, что этот весь сыр-бор начался еще с Алматы-арены. Да. Что происходило? Расскажи, пожалуйста. Мин, казахша жоп перевин. Казахша или, может быть, все-таки урша, чтобы понимали все? Так, хорошо. Знаешь, начнем с самого начала, то, что... Ну, ты озвучил, что как общественный деятель, ну, меня, ну, это, наверное, немного преувеличенное, скажем, слово. Ну, я не считаю себя общественным деятелем. Я говорил свои эмоции. Да. Просто мне вчера, именно в тот день, когда возле Алматы-арена вышел Ринат Заитов со своими, скажем, сторонниками, ну, с теми, со своими последователями, которые именно выступают в поддержку Рината Заитова, я увидел видео, как его нагло, когда он давал интервью 31-му каналу, как его просто взяли нагло и забрали. Секундочку, давайте посмотрим этот эпизод. Бұл біздің жеріміз, бұл біздің ата-бабамыздан қалған жер ағайындар. Бұл біздің еліміз, біздің бала-шағамыз ертең өсетін жер. Сондықтан мен ел құсап, шетелге қашып, сіздерді ешқайда айтақтап отырған жоқпын. Мен сіздердің орталарыңыздан ертеңгі күннен бастап мен партия құруды қолға алам. Ертеңгі күннен бастап мен барлық заңды жата, жетіп, жатып, жаттап, сіздерге не істеу керек екенін бағыттауға тырысамын ағайындар. Ол үшін мен ештеңеден қорықпаймын, ештеңені тайсалмаймын. Жаңа Жүрсін ағамнан бастап ескертіп жатыр бар. Қолдаймыз! Қолдаймыз! Сонда әрқайсымыз қорықсақ, не болады? Ринат? Я здесь. Асхар, они его ватер. О, боже мой. Продолжаем.
Да, вот мы посмотрели вот этот эпизод, да, как его, как по-нашему говорится же, упаковали. Есть такое слово, да, упаковали. Теперь, почему я именно вышел туда? Потому что в первую же очередь Рината Заитова, как я лично уважаю, как патриота, как акына, ну, сейчас поэта. Это поэт, да, вот получается сейчас на русском языке есть такое выражение «айцкер», ну, такой новый такой термин у нас, да, вот появился. Он действительно до этого по жизни он в разных местах свое мнение открыто высказывал. Даже когда выступал на сцене, он не побоялся. Вот в этом он, я как бы имею к нему симпатию, то что он такой горячий, да, скажем, прямой, прямолинейный, который может нагло просто высказать то, о чем он думает. И поэтому у него среди народа есть очень хорошая такая поддержка. Обширная поддержка есть у него. Обширная поддержка у него есть. Теперь, вчера, когда вместе с Ринатом задержали еще, как мне сказали, задержали еще около 30 человек. Это на Алматы-арене? На Алматы-арене, да. Хотя собралось, я не могу точно сейчас назвать цифру, но собралось в порядка, может быть, 100 человек, может быть, даже больше. Это на Алматы-арена. Спустя 2 часа мы уже собрались возле Кабанбай-Батыр и улица Масанчина. Почему именно там? Там находится ДВД, куда всех отвезли. А откуда вы знали, что отвозят именно туда? В социальных сетях мне друг мой, который именно вот у себя сидел в офисе, мы как раз с ним еще днем общались, mm-hmm. он мне говорит, Серик, вот что ты мне, говорит, посоветуешь? Ну, ты же как журналист, да, там, что ты мне, говорит, посоветуешь? Я говорю, хоть и я, говорю, как бы журналист, но а что я тебе посоветую, брат? Он говорит, что будем просто, говорит, сидеть и сложа руки, ну да, ну, сидеть и молчать. Я говорю, нет, надо искать знания, говорю, надо смотреть и там, и находить какой-то путь, как решить вот эту проблему. Если ты реально в душе, если ты не можешь сидеть сложа руки дома, тогда выходи на улицу, но не как этот, как говорится, мой, не как, есть же такая фраза, да? Табур или как называется? Я точно сейчас могу даже и не точно могу выразить это слово. Ну, толпа, скажем, да, неадекватная толпа. Вот. Не как быдло. Не как быдло. Не выходи на улицу, не как быдло. Просто говорю, ищи информацию, общайся. И он мне скинул. Я уже до этого момента я посмотрел, как задержали Рината Заитова. Он мне скинул и скинул адрес. Вот на этом месте собираются. Извини, у меня вопрос. А было ли такое, что я слышал, что Ринат Заитов, когда его задерживали, он сказал, ребята, давайте там типа теперь на Целинном, там возле ДВД этого встретимся или что-то в этом роде. Как вот так получилось, то, что вот огромная масса людей собралась там с просьбой освободить Рината Заитова? Да. Я тебе поясню с того ракурса, как я это все увидел. Да? Он не успел там даже сообщить, куда его возят, да, там, куда его забирают, он этого точно не знал в тот момент, когда его забирали. Но есть такой момент, что приближенные более люди же подходят, спрашивают, куда вы их забираете. Ну, сейчас хорошо, что у нас социальные сети, это все развито. Может, кто-то оттуда сообщил, куда его забирают. Может, коллеги наши журналисты узнали, да, там, через своих связей, куда его... Может, позвонили в пресс-службу и уточнили просто, куда забрали Рината Заитова. Угу. И точно, и за какие-то считанные минуты вот эта информация, она быстро прям распространилась, да, по социальным сетям, по всем мессенджерам, по WhatsApp, да. И все, люди уже начались там появляться. Я где-то 20:00, ну, так скажу, где-то 8 часов вечера, 8:10, 8:15, может быть, где-то так, да. Я туда подъехал на такси. На Целинный, да? На Целинный, да. Сколько там уже было людей? Там было около выше 100 человек примерно уже собралось. Я видел людей в полицейских формах, но они прям не стояли по ряду, не стояли в строю, они просто кучками стояли. И напротив еще люди. Там я, когда уже подошел, увидел
журналистов наших, mm-hmm. тоже коллег, это Махсат Толкпай, Аман Тасыган, Ерганат Куйбжасар. Вот люди и общественные, скажем, может, деятели, как их можно назвать, это Нурлан Албан был, Рахман Умаров был. И вот основная масса, которая посередине она стояла, и в основном Нурлан Албан как-то уже начал там всех информировать, как, что будем дальше делать. И мы там же сразу создали, так, проголосовали, короче, выбрали своих якобы лидеров, которые именно будут от нашего имени говорить. Как происходило это само голосование? Вот объясни мне. Голосование происходило как? На тот момент люди, которые уже там собрались, которые возле Салматы-арена, они уже перенеслись туда, подъехали туда, mm-hmm. подошли туда, возле кинотеатра Целины. И, соответственно, уже начали строить планы, как дальше будем действовать. Там во главе именно был, скажем, Махсат Толкпай и Нурлан Албан. Mm-hmm. Вот они вдвоем были, и уже они пошли уже на первый контакт туда, по-моему, либо зашли, либо, я точно не помню, ДВД. Позвонили, да, в ДВД и уточнили первую же информацию, когда их выпустят. Но вроде сказали по закону, это их не более 3 часов, да, задерживают людей, да, uh-huh. за такие поступки. И уже через час их должны были выпустить. Uh-huh. И на тот момент, что дальше будем делать сейчас? Окей, собрались, и как старший, как, скажем, уважаемый, один из уважаемых людей, которые именно там находились, Нурлан Ага вышел и сказал, давайте выберем, вот если вы голосуете за этого, за этого, за этого, да, он назвал имена, но не свое имя. Потом вдобавок, так, выбрали Махсата, Аман Тасыган, Нурлан Ага и еще один более пожилой человек пожилого возраста, среди тоже, это, среди этих людей, которые находился, выбрали именно его. Так, 5 человек, и все, все дали добро, все согласились с тем, что именно они будут от нас с ними как-то вести переговоры, ну, говорить, я имею в виду, да? С ДВД. С ДВД, и вообще как-то, как вести себя, как держаться, uh-huh. вот. Uh-huh. И такая мини-инструкция такая была, да, uh-huh. первоначально. Тогда мы еще так, не прям кучковались, мы просто так свободно стояли, общались там, я увидел там много своих знакомых людей, еще два моих близких друга тоже подошли, один, который вот с работы прям вышел и подъехал, еще второй, который тоже рядом живет, он, скажется, мой друг закинул на чат, и он подошел. И все, мы стояли, общались, обсуждали все темы, которые происходили до этого, и уже народ постепенно начал собираться, и количество людей начало увеличиваться. Какой это был народ? Расскажи, вот, кто это были? Знаешь, я скажу так, я увидел там людей, ну как можно сказать, вот были люди, которые, скажем, это журналисты, да, были акыны, да, там Рустем Кайртай ходил, да, там и другие так, люди, более такие, скажем, которые известные. Политизированные. На тот момент там находились люди, это я могу назвать это наши коллеги, журналисты, были акыны, там поэты, в основном это журналисты, тех, кого я в лицо знаю, да. Вот такие люди, которые имеют более-менее имеют такую известность, скажем, в обществе, более-менее известны там, по деятельности своей, там, по творческой, может быть, деятельности, вот такие люди разные. И основная масса это были простые ребята. Молодежь. В основном молодежь, да, процентов 70, я скажу, там была молодежь. Процентов 70 это была молодежь. Какой возрастной категории? Ну, я там увидел даже совсем молодых ребят, которые, может, даже быть 18-19 лет, да? Uh-huh. Среднее, может быть, я могу назвать это от 20 до 25, может быть, да, там uh-huh. до 27, вот, uh-huh. вот uh-huh. это такой основной костяк, да? Вот где-то так. И ребята были вполне адекватные, хотя... Были, ты мне говорил, что там были даже спортсмены. Да, вот я к этому иду, что я потом, когда уже народ более-менее уже началось все... Как бы все начали уже когда собираться больше, да, там все, как, когда их становилось все больше и больше и больше, потом я увидел ребят, которые занимаются спортом, да, это такие ребята, которых я знаю, которые они там где-то выходили на каких-то соревнованиях, принимали участие, это
есть ребята, которые принимали участие в ММА, да, которые занимаются именно ММА, есть ребята, которые занимаются боксом, есть ребята, которые занимаются борьбой, да, и среди них есть еще ребята, которые учатся в спортивных школах, да. Вот почему я их знаю, ну просто как, так как по я, роду деятельности. Да, по роду деятельности, так как я нахожусь именно в спортивной среде, я их как бы на лицо уже знаю. Они подходили, там, здоровались, мы общались, как дела там. Вот, и уже как-то я почувствовал, знаешь, что я почувствовал на тот момент? Я почувствовал, что как будто я, мы вышли, там, собрались, там, близкие такие люди, да, там, по идее, да, там, такие люди, которые... И как-то мне стало спокойно, я уже не начал особо действовать, беспокоиться, я уже не начал особо беспокоиться. И в этот момент, уже спустя, через час, как я подошел... Уже к 9 часам начал подтягиваться ОМОН, потом уже постепенно Нацгвардия появилась, это тоже молодые ребята. Потом полицейские в нашей форме, они уже начали выстраиваться в ряд, создавать, так сказать, и нас окружили с четырех сторон. Угу. Это перед кинотеатром Целинный, по улице Масанчи и прямо... сзади, ну, прям с четырех сторон нас они окружили. Но прям такой суеты не было, потому что мы как-то действовали более, наверное, организованно. Потому что мы действовали более... мы были как... знаешь, мы на ровном месте из-за того, что была... Вот, из-за того, что мы изначально вот, своих, скажем, лидеров, да, там, определились сразу, мы как-то действовали слаженно, сообща и... Были, конечно же, там провокаторы. Расскажи мне про них. Так, первого провокатора, когда уже народ более-менее начал скапливаться. Сколько человек? Тогда улов в порядке 500 человек уже 500, было. Да. Ага. 500 человек было точно, потому что я как бы, мы же казахи, мы же ходим на все какие-то свадьбы, да, там мы много там ездим по разным там мероприятиям, и уже на глаз ты визуально можешь определить, сколько здесь примерно человек находится, потому что мы сколько было правоохранительных органов? Если так скажем, было 500 митингующих, а правоохранительных? Даже митингующих даже было больше. Это были люди, которые стояли за баррикадами, которые они выстроили там за ОМОНовцем, за оцеплением, да, там за ОМОНовцами, которые стояли. Их было тоже больше. Я в порядке вот митингующих, да, там, скажем, даже не буду как назвать это митингом, да, людей, которые именно там собрались, было около 700 человек, я могу это прям без всяких преувеличений сказать. Это имеешь в виду в оцеплении внутри? В оцеплении и вокруг оцепления. И вокруг. Да, вокруг оцепления. Может быть, даже и больше. Насчет правоохранительных органов. А насчет правоохранительных органов, их было, может быть, выше 200, даже больше, да? 200-250, может, даже больше. Потому что у них вот солидная масса собралась. Потому что были люди в полицейской форме, были еще ОМОНовцы. Очень много там, более 10 машин там подъехало. Более 10 машин подъехало. Подъехал большой автобус. Патрульные машины подъехали. Они уже после 9 часов они уже перекрыли улицу. Перекрыли... Они просили вас разойтись? Были их не против? Изначально, я сейчас к этому вернусь, да? Они перекрыли Масанчи. Перекрыли Хабанбай Батыра, вот прям с трех сторон, да, там идет как, идет... Ну, это Т-образный перекресток. Да, такой Т-образный перекресток, вот это Хабанбай Батыра, вот это у нас Масанчи, и здесь у нас находится кинотеатр Целины. Они с трех сторон все перекрыли, потом, когда уже наши туда начали звонить, контактировать, конечно же, были, скажем, такие, они прям нам не орали, они прям нам не... Они как бы не орали, чтобы мы прям расходились, да, там. Они просто, они видят, что народ, что молодые люди, там, не скажешь, что молодые люди, да, вот этот момент срежь, да. Скажем так, со стороны правоохранительных органов не было такого прямо открытого призыва, чтобы мы разошлись, потому что их даже и было, не было слышно. Потому что мы, на тот момент мы ждали Рената и других ребят, это около 30 человек, которые задержали, которые находились непосредственно в ДВД. В ДВД.
Потом появилось первое видео, обращение Рената, в котором он говорит, что не надо выходить, расходитесь, пожалуйста. Давайте посмотрим это видео, друзья. Құрметті ағайындар, алматылықтар, ештеңе алаңдайтындай, толқитындай болып жатқан жоқ. Сондықтан баршаларыңызды үйлеріңізге тарқауларыңызды өтінемін. Себебі мен ешбір қазақтың бір тамшы қанын мойныма алғым келмейді, ағайындар. Бәрі ешкімге өкпе жоқ, реніш жоқ, бұйырса міне үйге қайтайын деп жатырмын. Сіздер де үйлеріңізге қайтыңыздар, ағайындар. Продолжай. Да, в этом обращении, в этом видеообращении Ренат говорит, что вот, ребята, пожалуйста, разойдитесь, я не хочу никаких конфликтов, со мной все хорошо. Да. Не хочет крови. Он не хочет крови, да? Но, соответственно, народ, конечно, там непонятное видео, в котором Ренат находится, да, там непонятный фон. Это может быть внутри ДВД было записано. Окей, это видео быстро прямо в социальных сетях оно разлетелось. Но, знаешь, я вот среди всех людей, да, разные версии услышал насчет, когда они ставили специальные глушители мобильной связи для интернета, для вообще, которые именно перекрывали доступ к мобильной сети и к интернету. Но у тебя была связь? У меня была связь, мне звонили, я как-то звонил, но почему-то интернет не работал. Очень плохо работал. И мне как-то уже там не довелось, скажем, зайти на YouTube или там в Instagram, да, там и увидеть вот это видео. Но мы увидели. Потом второе видео вышло, где он, Ренат уже говорит, якобы он находится возле дома. Возле дома то, что ключи его дома там у кого-то, то, что он пока не может зайти домой и ждет. Конечно, народ повторно потребовал, чтобы Ренат сам пришел туда. Чтобы сам Ренат, чтобы народ убедился, то, что он жив, здоров, и то, что и другие ребята, с другими ребятами, то, что все в порядке, да? Вот народ именно хотел убедиться в этом. Так, у меня следующий вопрос, Серик, смотри. Пришел Ренат Заитов. Да. Сказал вам разойтись, попросил вас разойтись. Да. Что происходило после? После того, как мы стояли около 4, даже может более 4 часов, все-таки Ренат Заитов пришел. Он уже, когда пришел, все начали аплодировать, приветствовать его. Приветствовали его и же люди, которые стояли за оцеплением, тоже люди. И народ более-менее, наверное, начал себя как-то активно чувствовать в этот момент, то, что все-таки как бы это вкус победы, да, то, что мы поставили цель, стояли и добились этой цели, да, без крови, там, без драк, без всяких провокационных действий, да, хотя я понимаю, да, то, что народ действовал не в рамках Конституции, да, то, что... Закона. Не в рамках закона, то, что это неправильно, то, что выходить вообще на улицу, да, там... Несанкционированный митинг. Ну, они будут это и так и называть, это понятно. Так и есть. Да. Но все-таки Ренат Заитов пришел. Ренат Заитов пришел и сказал вот те же слова, которые уже всем известны, и попросил всех спокойно разойтись по домам. Цель была достигнута. Конечно, все понимали на тот момент, все понимали, что никто не хочет крови. Даже ОМОНовцы, которые стояли, даже полицейские, которые стояли в форме, даже вот Нацгвардия. Совсем молодые ребята, понимаешь? Они же тоже чьи-то дети, правильно? Они тоже чьи-то дети. Никто не хочет крови. Никто не хочет крови. Это изначально было понятно. Но какая-то часть тоже была агрессивно настроенных людей, которые хотели там, не знаю, может как-то драки, да, там. Это признак того, что именно у них, знаешь, это у них накопилось и накипело. Понимаешь? Это не случай одного момента. Это не причина этого. Знаешь, вот это причина там каких-то многих факторов. Событий. Очень многих событий. У меня вопрос по этому. Ты говоришь, что это были молодые люди. Да. Ну, до 25 лет, можно сказать? Скажем, 20 и 30 лет. Давай что так делаем. Что может у человека случиться от 20 до 30 лет, что он готов драться? Вот у меня вопрос к тебе. Да. То есть, что много каких-то событий произошло. Мне 41 год. Я не вышел. Я не скажу, что я живу богатым. Но у меня нет желания вступать в физический конфликт, к примеру,
с органами правопорядка. То есть я не считаю, что в моей жизни, я говорю откровенно и честно себе, да, что у меня что-то такое произошло, что я готов пойти туда и начать драться, допустим, с молодыми полицейскими, которые я понимаю, что они ни при чем. Да. Что должно было произойти, теперь, на твой взгляд? Я могу, знаешь, тебе преподнести ответ так. В Казахстане сейчас сама ситуация складывается так, что молодые люди, да, они не чувствуют себя особенно уверенно в жизни, да, в материальном плане. Это в основном в материальном плане. Со стороны государства не ощущается какой-либо поддержки, понимаешь? Угу. Поддержка она есть. Но тут можно отметить прямо красным фломастером один момент, что мы простые ребята, которые выходили на улицы, мы политически еще не образованные, понимаешь? Вот этот момент мы должны очень хорошо уточнить, потому что те молодые люди, которые смотрят на Ютубе, да, вот эти каналы, как Басе, как 16-18, да, 18-16, ну, вот такие, да, каналы. Строго оппозиционные вот такие каналы, которые еще есть разные паблики в Инстаграме, там разные странички, которые постоянно выкладывают, там, как людей забирают. Как... Дезинформацию, по большому просто, счету. Либо, да, преувеличенная информация. Преувеличенная. И у людей, знаешь, просыпается какая-то ненависть. А непонятно, это ненависть кому? А, конечно, это все направлено и к власти, но к действующей власти, да? Но все-таки те люди, которые молодые люди в форме, которые выходили на улицу, они выполняют свой долг, да? Они, их главная задача – это хранить общественный порядок. Соблюдать, чтобы люди хранили общественный порядок. Потому что, когда мы собрались около кинотеатра «Целины», нас, скажем, было, да, там более 700 человек, но в этом же районе живет более 7 тысяч человек, да, там 6-7 кварталов. Это, там же тоже живет народ, да, там тоже гуляют дети, да? Там тоже кто-то ходит в магазин, там вышел покурить, я не знаю, вышел просто прогуляться. И мы не должны как-то мешать другим, понимаешь? Мы не должны мешать другим. Мы пришли сюда, отстояли свое, добились своего. Это была победа, хоть и маленькая, но это была победа, понимаешь? Я думаю, после того, как правоохранительные органы увидели, что, оказывается, люди так и могут митинговать организованно, без паники, без драк, понимаешь? Когда они это увидели, я думаю, они поняли, то, что, оказывается, можно вести с ними диалог, да? То, что они тоже стояли, когда вот Ринат Заитов пришел, сказал, выразил свою благодарность, когда он уже ушел, народ начал более уже расходиться. Когда народ начал расходиться, они беспрепятственно, они прямо просто, ОМОНовцы и Нацгвардия, они просто отошли в другую сторону и пропустили людей. Все. Без контактов. Без каких-нибудь силовых контактов, понимаешь? Относительно твоего вопроса, это... Подожди. А было ли, допустим, со стороны правоохранителей или со стороны вот вашей какие-то оскорбительные высказывания друг против друга? Нет. Ничего такого не было. Ничего такого. Я лично ничего такого не слышал, потому что когда мы уже одна группа людей, мы свернули по Масанчи вверх и шли в сторону Абая, мы уже тогда уже кричали такие, скажем, такие лозунги, как просто слово «Казахстан». «Казахстан», «Казахстан алға», «Казахстан жаса». И все. И оказывается, по Масанчи находится там несколько тоже общежитий. Мы когда уже шли, там один мой друг сделал такое обращение студентам и сказал: ребята, говорит, мы сегодня добились своего, там освободили Рината Заитова и еще других ребят, так что можете спать спокойно. Они тоже там начали аплодировать, там свистеть и все такое. Но как-то все, это была, знаешь, такая атмосфера, может быть, наполовину такая праздничная атмосфера была. Лично я это так воспринял. Мы шли спокойно, никто, никого и ничего не трогал. Мы спокойно шли, дошли до Абая. Я уже там как бы отделился от основной группы, а уже их
все становилось все меньше и меньше. И когда дошли до Абая, где-то, ну, может, человек 50, может, осталось. 60. Другая часть пошла к патрулю, да, получается? Да, другая часть, она, по моей, по той информации, которую я после слышал, другая часть, это они пошли вниз. Ты патрулю. Знаешь, да, что там произошли все какие-то стычки? Да, стычки были, я потом уже по видео это все видел, а как их там разгоняли, как их там забирали, как они убегали от ОМОНовцев, это я все видел, потому что когда мы уже в районе Масанчи-Абая сидели, пили чай там, с друзьями общались, тогда уже там несколько тоже полицейских машин, там все они в сторону по Масанчи вниз уезжали, и по Абаю тоже как-то уезжали в сторону Сайна, да, там. Скажем. Потом, я не знаю, вот эта группа, которая шла по Абаю, я не знаю, где они там, может быть, остановились где-то, может быть, все там разошлись по домам, я не знаю. А вот по Тулеби я видел по всем этим видео фрагментам, когда они уже там дошли в районе Сайрана, их да. уже разогнали. Да. Лично я считаю, что это был неправильный шаг. С чьей стороны? Со стороны вот этих ребят. Которые шли, угу. перекрывали улицу, угу. перекрывали проезжую часть. Ну, нарушали общественный порядок. Нарушали это общественный порядок. Это самое настоящее да. нарушение общественного порядка. Это уже самое настоящее нарушение общественного Большая порядка. Большая пробка возникла. Да, огромная пробка. Я понимаю, если бы это было бы днем, да, но ночью еще запугивать людей, это уже неправильно. В моем понимании это неправильно. Я когда как-то... Когда мы шли по Масанчи, я как-то старался, ну там, подходил к ребятам, потому что мы шли уже одной толпой, да, там, одной группой. Я подошел и сказал, ребята, говорю, ну, сейчас нам надо уже как-то расходиться по домам. Все, главное, мы добились. Uh-huh. Ну, там они тоже, да, там, как-то, ну, для всей массы, конечно, там, меня уже не слышно, потому что уже люди в настроении там. Uh-huh. Uh-huh. И, скорее всего, может быть, да, вот эти провокаторы, может быть, какая-то часть, группа каких-то, там, из 5, может, из 10 человек, их было, может быть, да, там, может, меньше, больше. Я считаю, что были тоже там провокаторы свои, которые начали вот эту всю там драку, цепляться с ОМОНовцами, с полицейскими, и уже начали их ловить. Потому что, ну, ты считаешь, что от Тулеби Масанчи до Сайрана это сколько? Какая... Да, там дистанция большая. И идти, еще перекрывая дорогу и там произнося, я не знаю, там разные лозунги. Хотя на тот момент, когда мы находились возле кинотеатра Целины, не было провокационных лозунгов, понимаешь? Мы не кричали это все. Мы кричали Казахстан, Динадзаев Босасын, Кельсин. Вот слово там бойкот, там про выборов. Ничего не было. Ничего такого не было. Это были те люди, которым не все равно, понимаешь, когда человека, который просто собрал своих сторонников и дает интервью, хоть и противозаконно, да, хоть это и призыв к митингу, но сколько можно, как скотов, людей просто тупо забирать. Когда он не поддерживает там, не облязывая, да, там, не говорит о том, чтобы свергнуть вот эту власть, да, он наоборот призывает вот эту власть, давайте сядем за стол переговоров, давайте вы действуйте по закону, потому что было очень много зафиксировано правонарушений во время вот этих президентских выборов, понимаешь? Угу. И мы с тобой это все видели, когда просто нагло люди там, один человек по несколько раз голосовал. Я честно скажу тебе, Серик, я этого не видел, я не буду тебе врать, я, к сожалению... На эти выборы пойти не мог, к сожалению, не смог, были у меня семейные обстоятельства, по которым я не мог присутствовать, но на прошлых выборах я был, я голосовал, честно скажу, думаю, так же, как и ты, я голосовал за Нурсултана Абишевича Назарбаева, ну, я говорю, как есть. Ну, когда был Назарбаев. Да, я голосовал тогда за Нурсултана Абишевича Назарбаева в тот момент, и я честно скажу, я был мало на выборах, и нарушений я не видел. Так, Серик, теперь я хотел бы тебе задать вопрос. Ринат Заитов, кто этот человек и какова его политическая программа, это во-первых. Во-вторых, вчера 700 человек, какой национальности были эти люди? Потому что ко мне поступает информация с разного рода источников, что все-таки здесь попахивает национализмом.
Знаешь, я отвечу так. Вот эти ребята, люди, которые, вот эта группа людей, которая собралась возле кинотеатра «Целинный», я их не считаю какими-то националистами, которые прям готовы, которые не признают, кроме своей нации, да, там, которые не признают, не уважают другие национальности. Нет, я не буду это говорить, потому что это не так. Потому что эти ребята – это молодые люди, которые по разным причинам ищут ответы на эти вопросы. И они ответы на эти вопросы, на какие-то, может быть, несправедливые проявления со стороны властей, да, на какие-то несправедливые решения вот этих властей. Да. Там, может быть, я сказал, безработица, то, что они не могут, там, не знаю, открыть свой бизнес, да, то, что они вынуждены давать какие-то взятки. Угу. Вот очень много факторов влияет на то, чтобы человек вышел, самовольно вышел на улицу. Точно так же, как и на меня, понимаешь? Я лично... Я понимаю, да, Серий. Отвечу. Но ты как думаешь? Я лично... Там получается что? Сейчас вот такая дискриминация у нас в Казахстане происходит по национальному вопросу. Только казахам не дают такого сделать? Или такое не дают сделать и русским, украинцам, узбекам, допустим, азербайджанцам? Я понял твой вопрос, да? Я скажу так. То, что вот вся вот эта несправедливость, которая происходит со стороны властей, действующих наших, скажем, политиков, это для всех. А почему выходит только для всех казахстанцев? А там были другие национальности? Там, я не знаю, там не было. Там не было. Почему, наверное, тогда не выходят они? Потому что, в первую очередь, Ринат Заитов, он очень популярен именно среди казахоязычной аудитории. Тем, что, я тебе еще раз говорю, он как акын на протяжении многих лет выделялся от основной части акынов своими критическими, резкими, но справедливыми мнениями, высказываниями в сторону действующих властей. Он, может быть, да, там никогда напрямую, может, и не критиковал Назарбаева, но нет, но действующую власть, исполнительную власть, которую сейчас действует, президентскую власть он всегда критиковал. Он всегда критиковал и начинает это все делать. И я лично не считаю Рината Заитова националистом, но у меня есть какие-то моменты, которые я с ним тоже не согласен. Да? Какие? Он немножко... Знаешь, он на эмоциях. Угу. В основном он на эмоциях это все говорит, да. Но его популярность, его аудитория это все воспринимает, да. Вот этот, его популярность, он играет роль все-таки. И он влияет на какую-то часть людей, которые его поддерживают. Потому что они верят в него. Так как человек не побоялся, вышел и сказал прямо на сцене, прямо в прямом эфире, да. И во время айтысов, да, там разных, и его слова там очень множество раз срезали и не выдавали в эфире, там, ну, такой сокращенный вариант, да. Потом люди вот эти айтысы, они находили на ютубе и слышали, и когда понимали уже вот ту критику, которую он, находясь на сцене, озвучил. Я не считаю его очень глупым человеком, он очень даже умный человек, образованный человек, но... Есть какие-то мои, может быть, моменты личного характера, которые я не могу с ним согласиться, да, но он говорит сейчас очень необходимые вещи, очень нужные вещи, потому что, одним словом говоря, Косанов нас кинул. Я это могу точно выразить. Вот. Тех, кто за него голосовал. Тех, кто за него. Вот миллион людей, Косанов просто. Даже больше. Ну, даже больше. Полтора миллиона. Ну, да, по официальным данным, даже, да. Даже этой цифры, полтора миллиона по официальным данным, даже этого хватает. Полтора миллиона голосующих людей из 18 миллионов всего. Там, если мы там возьмем, кто пришел, то есть это, да, ну, это серьезная цифра. Полтора миллиона очень даже серьезная цифра. Из 18 миллионов, конечно, это... людей, которые имеют право голосовать, тоже, да, там порядком меньше. И с тех людей, которые имеют право голоса, за него проголосовало там, это назовем, да, вот там полтора миллиона, это больше. Но он просто кинул.
Почему говорю кинул? Потому что он не стал даже... Он бы мог выйти, да? Он бы мог выйти и хотя бы... Вот, когда люди шли за него голосовать... Люди знали... Подожди. У нас сейчас другая тема. Да, я просто хочу тут такое добавить. Когда люди шли за него голосовать, люди знали, что он не победит, но вот этот результат должен повлиять на действия властей, понимать, принять какие-то реформы, принять какие-то действия. То, что народ хочет перемен. Все. Теперь это все понятно. И если говорить конкретно Касанова, вот Касанова, да, допустим, например, честно тебе скажу, ну, я считаю, что вот то, что он признал победителем Токаева, к примеру, если мы вообще говорим о законности, или мы не говорим о законности, либо мы нарушаем закон так же, как и нарушают другие, либо мы держимся закона и не нарушаем его. То есть, если мы вот так вот делаем, то Касанов, на мой взгляд, поступил, но с точки зрения закона, ну, нормально, он признал свое поражение. Я не вижу в этом ничего такого. Вот, почему, опять же, Серик? Я стараюсь тут весь вопрос очень такой посмотреть обширный, да, со стороны. Но мы говорим не про него. Меня конкретно интересует национальный вопрос политики господина Рената Заитова. Потому что, опять же, у вас там, допустим, и как ты говоришь, и смотря видео, я не увидел никого не казахской национальности. Да. Хотя... такое же все, допустим, притеснение, гонение 5-20 в повседневной, в быту испытывают все. Да. Теперь почему? Я тебе скажу. Господин Заитов не учитывает мнение более 30% граждан Республики Казахстан, которые жили, родились, работали, платят налоги до сих пор. И мы все платим налоги. Они тоже платят налоги. Почему эти люди не выходят к нему? Поэтому я же говорю, что все это попахивает национализмом. Нет. Что, вот объясни почему. Теперь, в первую очередь, я еще раз скажу. Ринат Заитов, он сам лично всегда выступал перед казахоязычной аудиторией. Да? Если у него другие... проблемы с русским языком? Я лично никогда не видел, чтобы он выходил и где-то выступал на русском языке. Лично я никогда не видел. Он всегда говорит на казахском. Но теперь, если... Если на бы... казахском языке он говорит про другие национальности? На казахском языке... Говорит ли он про граждан Республики Казахстан русских, украинцев, азербайджанцев, грузинов? Я сейчас тебе отвечу. Я понял твой вопрос, да, как он выстроен, я все это понимаю. Теперь отвечу так. Если бы вот все слова, там, все действия, которые говорил, озвучивал Ринат Заитов, там... дублировалось бы на русском языке, да, там, кто-то, если бы делал какие-то переводы, да, я думаю, любой казахстанец понял бы, о чем он говорит и чего он хочет. В первую очередь, когда он начал действовать, это когда он зафиксировал несколько факторов правонарушений относительно вот этих выборов, он просто вышел на улицу. Значит, он вышел не только ради казахов, он вышел на улицу и ради всех казахстанцев, потому что на выборе же принимали участие все казахстанцы. Я это понимаю, Серик. Теперь, говорит ли он я никогда... о других, кроме казахов? Он по-казахски, как... говорит ли он о русских гражданах, о украинских гражданах Республики Казахстан, грузинских гражданах? Знаешь, относительно с того момента, когда... вот это все началось, да, там, когда уже выборы и прочее, да. Лично в его словах я ни разу не замечал, может быть, да, может, где-то я пропустил какое-то его видео, там, выступление, посты, может быть, да, но он никого ни от кого не отделял. Я вот это могу точно сказать. Он выступал на казахском языке, но он не призывал, эй, казахтар, сендер жиналдар, он может говорить казахтар, но он имеет в виду всех казахстанцев. Я в этом уверен. Я не считаю его националистом. Сам. Вот расскажи про себя. Я не являюсь тоже националистом, потому ты что... Ты можешь себя назвать интернационалистом? Даже, ну, скорее всего, я нейтральный, наверное. Да? Почему? Потому что... Нейтральный – это что? Нейтральный, который имеет... который я очень даже обоюдно смотрю на все национальности, которые у нас живут, да, которые у нас платят налоги и являются равноправными гражданами нашей республики. Вот это я и хотел сказать. Да. Я их полностью поддерживаю. Главное, чтобы они не нарушали закон,
Республики Казахстан. Как и казахи. Да, как и казахи. Я сейчас говорю про другие национальности. Насчет казахов это тоже, да, там точно так же. Их тоже касается. Но... То есть это можно все объединить в одно? Конечно, чтобы не было межнациональной розни. Чтобы не было каких-то моментов, когда межнациональные конфликты, они очень опасны. А если все это превратится в гражданскую войну, это очень сложно. Еще такой вопрос тебе. На твой взгляд, законодательно, должны ли быть различия между казахами, титульной нацией, так скажем, образно говоря, и не казахами в Казахстане? Законом, да, ты имеешь в виду? Законно, морально, этически, психологически, хоть как. Не должно быть. Почему? Потому что это приведет... Вот очень... это мне самое главное. Вот это для приведет, меня самое главное. Приведет к очень плохим последствиям, я скажу. А господина Заитова, Рината, твое мнение, как он думает об этом? Он, я думаю, что он очень даже дружелюбно настроен... по отношению к другим национальностям. Нет, я это могу точно сказать. Ты, что не должно быть никакой разницы. Я не залезал к нему на голову, угу. Да? В голову я к нему не залезал, как бы, я не знаю, там, я пока не знаю. Я сейчас озвучиваю тот фактор, как я это чувствую. Я чувствую так, что Ринат Заитов и его сторонники, точно так же, как и я, да, они и мы, я могу сказать, мы не настроены против других национальностей. Тут затрагивать вот эту тему во время, когда идет вот политические перемены, это очень опасно, понимаешь? Я согласен с тобой. Да, вот мы все должны объединиться как единый народ, да? Угу. Как казахстанцы мы должны объединиться, потому что у нас цель одна – это сделать так, чтобы действующая власть пришел к нам на диалог. Так, Серик, во-первых, я тебя услышал. Мы с тобой в некоторых, ты сам знаешь, в некоторых моментах политической жизни Казахстана мы с тобой не схожи. Да. Это нормально, я считаю. Мы с тобой уже давно работаем, как коллегами работаем, да, по спортивной журналистике. Друзья, еще раз хочу напомнить, я специально делаю этот выпуск на основном канале «Наш боец.кз». Я хочу, чтобы все узнали, по крайней мере, наша молодежь узнала, что произошло вчера. И что многие спортсмены принимали участие в этом всем. И чтобы в следующий раз, если даже они захотят принимать участие в таких мероприятиях, они понимали, что есть там моменты, на которые нужно обращать внимание. Конечно. Только так, а не так, сломя голову, хочу пойти подраться. Очень прошу всех остерегаться провокаций, провокаторов. Ребята, вот человек, просто... который был в эпицентре событий. Вы все услышали с первых уст, это не вторые, не третьи уста. Я вчера, когда увидел твой, по-моему, на Фейсбуке я увидел твой ролик, где ты идешь, вот я сразу жду, все, завтра буду Серику звать его в студию однозначно. Спасибо тебе, Серик, что ты пришел. Много информации мы сейчас, я от тебя получил. Друзья, я очень хочу, чтобы вы посмотрели весь этот выпуск от начала и до конца. Специально мы этот выпуск... Осы выпуск бағдарламан қазақ тілінде шығарып атқан жоқпыз. Орыс тілінде шығарып атырмыз. Әдейлеп шығарды, специально на русском языке. Чтобы граждане нашей республики все смогли посмотреть, услышать, что же там происходит. Тебе скажу честно, Серик. Ощущение того, что здесь попахивает национализм, у меня все равно не прошло. Ну, к сожалению. Я говорю так, как есть. Ты мне сейчас сказал свою точку зрения, я ее уважаю. Я считаю, что ты молодец. Вот я могу что сказать. Однозначно. Ты молодец, это 100%. Сейчас приходит наше время. Мы должны двигать то, что двигать. И политику Казахстана тоже. Потому что если мы хотим оставить, друзья, после себя, своим детям, что-либо в Казахстане, мы должны, по крайней мере, хотя бы интересоваться. Да. Что вот происходит? Пользуясь моментом, я добавлю, да, несколько слов. То, что каждое начинание, оно следует конкретной цели, да? Каждое продвижение, каждое стремление, точно так же каждая война, да? Он имеет определенную цель, да? А наша определенная цель вот этих всех, во всех вот этих митингах, когда люди начинают уже протестовать, это основная цель, чтобы... Это основная цель не свергнуть действующую власть, а сделать
заставить их, чтобы они начали принимать реформы, которые будут полезны простому народу. Да. Как минимум выйти на диалог. Как минимум выйти на диалог. Все. Мы не хотим. Я лично не сторонник того, чтобы свергли вот эту власть, чтобы началась война, чтобы на улицах погибали люди. Лично я этого не хочу. И это будет очень, очень провально, потому что когда начнется беспорядки, уйдут инвесторы, уйдут все, которые, да, там, ну, это самое минимальное. Богачане все разбегутся, и в стране начнется хаос. И одна часть активных людей, которые, находясь вне Казахстана, они будут пользоваться этим моментом, чтобы воплотить в действие свои корыстные намерения. Так что, уважаемые казахстанцы, уважаемые соотечественники, прошу вас быть более, наверное, грамотным. Находите информацию, слушайте и там. Не надо идти на поводу кого-то. Бассея, вот эту всю фигню не смотрите. За ДВК вообще, там просто у него мотив — это свергнуть власть и пролить крови людей. Все, он просто хочет мести. Все, лично я это вот так воспринимаю. Потому что лучше нам давайте создадим свою партию. Находите лидеров, давайте их сажать за один стол, чтобы они создали единую организацию. Потом еще одна просьба всех деятелей вот этого всего нашего, скажем, шоу-бизнеса прекрасного, уважаемые представители шоу-бизнеса, давайте вы тоже подключайтесь, да? Чтобы... Они никогда не подключатся, Серик, я тебе могу открыть эту тайну. Никогда не подключатся. Как говорится, кто у нас? Таксисты и артисты будут действовать при любой власти, и это они прекрасно понимают. Ждать от них чего-то все равно, что вообще ничего не понятно ждать в своей жизни. Серик, ну, рахмет тебе большой. Что ты пришел? Рахмет саған осындай платформа беріп, сөйлеуге мүмкіндік бергенің, өйткені ең құрғанда бұл видеоны мүмкін 1000 адам көрер, 2000 адам, 5000 адам көрер, бірақ ішінен керекті информацияларды алып, адамдар өзіне қажетсін, көңіліне түйеді деген ойдан, сондықтан рахмет. Және сен осы бағытта жұмыс істеп, енді барынша сауатты информация, керекті информация беруге тырысып жатқан үшін саған да үлкен рахмет. Еңбегіңе жеміс тілеймін. Айтор, біз бір мұратта, бір мақсатта қызмет етіп жатырмыз деп ойлаймын, сондықтан аман болайық, ең бастысы тыныштық және саяси реформалар, өзгеріс керек бізге. Да. Друзья, большое спасибо, что были с нами. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула и журналист, общественный деятель, политический деятель Серик Ноян, товарищ. Не общественный, не политический деятель, просто мы активный. Это поняли, что это активный гражданин. Активный гражданин. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока. Ассаламу алейкум. Аривидерчи. Рахмет.